Добрый день, уважаемые зрители. В 11 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по криптовалютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, поставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что нам пора начинать. Так, Андрей поставил свой плюсик, Карен поставил свой плюсик. То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально, соответственно, начинаем. Итак, если перейти на страничку CoinMarketCap, видно, что биткоин торгуется в последние два дня, то есть выходные, на уровне 6750 долларов за одну цифровую монету. То есть на данный момент он пытается повыситься выше вот этого критического уровня. Я потом об этом поговорю, когда мы будем обсуждать графики. Но в целом идет некая такая стабилизация цены на данный момент. Если перейти на Lightning Network, видно, что там 82.89 биткоинов, ну, грубо говоря, 83 биткоинов, то есть большого изменения по пропускной способности по Lightning Network на данный момент нет. Соответственно, каких-либо больших изменений за последние два дня, то есть выходные дни, я не нашел. По поводу новостей, и с коллегами общались, то есть в последнее время просто наблюдается какой-то застой, то есть нельзя сказать, что там есть какие-то интересные новости. Даже вот если пробежаться, я просто когда даже иногда в пути все время пытаюсь найти новости, читаю. Вот даже я читаю в основном Reddit и Steemit. Вот если пробежаться, то тут одни такие общие обсуждения. Вот здесь обсуждается, например, Lightning Network. Здесь, например, стоит ли там какие криптовалюты держать. То есть одни и те же такие общие темы. Вот снова Бобби Ли, один из аналитиков, который появился на предыдущем хайпе в конце 2017 году, снова утверждает, что к 2020 году цена будет 60 тысяч долларов. Конечно, он в начале года утверждал, что цена будет около... То есть в начале этого года он утверждал, что в конце 2018 года цена дойдет до 30 тысяч. Потом он говорил, что будет 28 тысяч. Сейчас практически немножечко откладывает свое видение. Но в целом тут нет ничего интересного. Вот если честно, почти никаких интересных новостей нет. На самом деле я даже и в Твиттере Чарли Ли и так далее, когда захожу, тоже почти нет каких-либо интересных обсуждений. Единственное, хочу показать, что здесь сейчас будет вот это выступление в Сан-Франциско, если я не ошибаюсь, собрание Litecoin, на котором будут присутствовать очень много известных представителей криптовалютного пространства. Они будут там выступать, обсуждать Litecoin и криптовалюты. Но мне утром понравилось одно из замечаний, которые в Твиттере сделал Чарли Ли, вот 13 часов назад, просто я это утром читал, когда был в пути, что я в ожидании услышать Алекс Босворт, вот он практически, который будет говорить о Lightning Network. И тут сделал намек Чарли Ли, что имейте в виду, что это саммит по лайткоину, но на самом деле здесь будет очень активное обсуждение биткоина, потому что Litecoin дополняет экосистему биткоину. То есть, конечно, по большому счету там будет говориться о Lightning Network, о биткоине, а сам по себе Litecoin будет какая-то более такая периферийная тема. Мне самому очень интересно вот эти ключевые представители криптовалютного пространства, что они там расскажут. Соответственно, на этом у меня на самом деле по новостям все. Ничего интересного я другого не нашел. Давайте я прочитаю, что Карен написал и Алексей в чате. Карен: сейчас наблюдается самый низкий интерес к биткоину за последние 3 года, согласно Google Trends. Ну, вы знаете, там, если смотреть на эти графики, конечно, там сейчас падение идет. То есть интерес к биткоину якобы снижается, потому что, ну, в поисковиках видно, что все меньше и меньше практически люди ищут это слово.
Это, конечно, объясняется с тем, что цена падает и меньше спекулянтов подключается к этому хайпу. Алексей Маринин пишет, в России МВД рассматривает вопрос об уголовной ответственности за теневой оборот криптовалюты. Вы знаете, я эту новость читал в «Известии», думаю, если не ошибаюсь. И это было либо в субботу, либо в воскресенье. Однако она так написана, вот ту новость, которую я читал, я не знал, потому что на сайте МВД не было ссылки. Но я хочу сказать так, что... я читал вот эту новость, и там журналисты ее так написали, якобы за об этом будет уголовная ответственность. А сами представители МВД, я не помню, как его звали, тот, который отвечал на вопросы, он сказал, что просто они пытаются в правовое русло, будут пытаться подтолкнуть вот этот криптовалютный рынок, но об уголовной ответственности речь вообще и не идет. Так что я думаю, это просто перефразировали СМИ, точнее журналисты, с целью, чтобы привлечь аудиторию. Понятно, что вот такая яркая новость, вот она будет читаться. А на самом деле ничего такого на данный момент сами представители МВД, которые в этом интервью для, думаю, что для «Известий» или для кого было, такого нет. То есть это дополнительные журналисты взяли эту новость и создают такие темы. К сожалению, действительно, это в известной степени печально, но это в моем понимании, может быть, я ошибаюсь, может быть, они действительно это рассматривают. Итак, давайте мы сейчас перейдем к графикам. Я хочу показать вот график биткоина. Маленькие такие свечи здесь формировались, которые сейчас начинают повышаться. Может быть, есть потенциал к формированию очередного дна, но пока еще это слишком преждевременно об этом говорить. Единственное, я хочу перейти на более мелких таймфреймах. Соответственно, на H4 хочу показать. То есть на H4 хочу показать, что вот мы находимся на этом критическом уровне. Так, одну секундочку, тут кто-то трогал. Кто-то трогал MT4. Все сейчас очень плохо выглядит. Хорошо, что хочу сказать, что на данный момент мы тестируем вот эти критические... Мы тестируем вот эти критические уровни, которые мы всегда ранее обсуждали. Это та часть графика, когда практически начался рост в апреле. Это та часть графика, вот эти зеленые квадратики. Та часть графика, когда в середине июля начался от этого же уровня 6600 или там 6700, вот этот резкий рост. Я его маркировал совсем недавно и здесь. Вот мне интересно, сможем ли мы в очередной раз пробить этот уровень и снова продублировать вот этот резкий рост. Если это произойдет, конечно, это будет позитив, но на данный момент мы пока просто находимся на этом критическом уровне. Итак, у меня на этом все. Конечно, если перейти на более мелкие таймфреймы, здесь условно, вот видно, что условно мы пытаемся нарисовать вот этот восходящий тренд, но даже если пытаемся, мы в каком-то самом начале. Так что пока еще о начальном таком восходящем тренде на мелких таймфреймах пока еще слишком преждевременно говорить. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пожалуйста, пишите в чате. Так, плюсики пошли, поскольку я понимаю, вопросов нет. Соответственно, тогда всем желаю хорошего дня, удачи на финансовых рынках и до завтра. С вами, как всегда, в это время был Василий Битков, аналитик Инвестиционной Академии.